Очень хочется по полной вписаться в вашу систему эзотерики, но возраст далеко за 70. Ну и что? Ну и что? Если человек использует методы, которые я даю, он может помолодеть, похорошеть, он может очень быстро восстановиться. Доказательство сидит перед вами. Посмотрите мое видео в это же время в прошлом году и сравните мои видео, которые я выпустил сейчас. Отличия есть? Найдите 100 отличий. Эти 100 отличий есть, а посмотрите, какие семинары я выпустил. Между прошлым годом и этим годом был семинар, который называется «Сангая. Обретение молодости». Помните, да? Узуэ, узуэ и так далее. То есть вот эти практики, я их выполняю по сей день. Могу сказать, что они омолаживают, исчезли морщины с лица, тело подтянулось и так далее. Очень мне это все нравится. Поэтому смело начинайте приступать к самому основному. Это прохождение первой бесплатной или первой платной ступени эзотерической школы Кайлас. Сделайте это прямо сегодня. Не затягивайте. Я хочу вам сказать, что если у человека есть желание изменить свою судьбу, то он правильно здесь находится. Перейдите на мой сайт Дуйкогуру, найдите первую ступень школы Кайлас в бесплатном или платном варианте и пройдите ее. Прослушайте все эти 10 дней или все эти 10 занятий и используйте. Хуже вам не станет. Я точно гарантирую, что у большинства людей, которые прошли школу Кайлас, жизнь разделилась до прохождения школы Кайлас и после. И чем же отличается их нынешняя жизнь? Это успех, везение, это радость, почет, уважение, это управление своими эмоциями, это желание двигаться дальше, это радость, материальный успех, любовь близких и так далее. Все только со временем улучшается. На каком пальце и на какой руке лучше носить кольцо НАК? Все равно, не имеет никакого значения. Подскажите, метасоник номер 12 от зависимости, если человек избавился, нужно продолжать носить? Да. Очень много людей, которые носили метасоник номер 12, избавились от алкогольной зависимости. Это проверено. Это настолько проверено. При этом не только от зависимости, а еще и от блуда, а еще и от гуляния и так далее, то есть от объедания, то есть он уникальный. Человек должен носить его, ну, хотя бы один год. Эффективность его великолепная.